Намасте Сарасвати Деве Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пашьятьяде Шатарине Шри Кришна Читанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шривасади Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Ванча Калпата Рупьяща, Крипа Синдубьевача, Патитанам Паварнибьо, Вайшнавибьо, Намо Намаха. Тринада писуничина тарорева сахишнуна аманина манадина киртаньях садахари. Тара Матхи Сарвастришта, нама санкиртан. Я подумал, может все-таки могли помочь что-то сюда поставить? Все-таки тяжело будет. Спасибо. Когда рядом с Девисим Хражем нахожусь, мне охота выпрямиться. Ну так ли я? Оздоровляющий. Сам-то. Закрыл стих просто. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе.
Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare один стих. Читаем Чаритамриту. В нем Господь Читания говорит: Ачиратева сарвартха сидхатешу абхиешам нирбандини матихи. Я вот, к сожалению, вылетело какой-то номер. Потом могу посмотреть, если кому-то надо, чтобы все выучить. Сегодня, в последний раз этот стих, я вот, ну, как медитировал на него, не знаю, лет, наверное, 5 назад, 6, может быть. Очень нектарный стих, это Господь Читания произносит. Он говорит, что о том, что «Ачиратева сарватха сидхатешу», что я, ну, человек преданный, он должен повторять мантру с «Эшам этой нирбандини матихи», с нирбандой. Матихи, разум, мати, да, разум должен быть сосредоточен на... Нирбанда переводится как... Слышали как? Что-то слышал это слово? Школа джап медитации, по-моему, тоже на первом курсе. А? Ну да, развязаны. Банда, да, то есть отсутствие зла, да. Но еще также целеустремленный. Нирвана Матихи. То есть он не многовидвист, вот есть Бахушака, а Нирвана Матихи — это целеустремленный. То есть это разум, который сосредоточен на духовную цель. И обычно у нас же в жизни разные цели бывают, материальные цели какие-то, тонкие какие-то, ну, вот, ожидания от этой жизни. И когда мы приходим в общество преданных, то духовный учитель, преданные, они нас вдохновляют. Ну просто петь, танцевать. Все же просто. Просто делать это для удовлетворения Господа Читания, ну, для удовлетворения гуру. Это как цель, это определенная цель, да. И вот и эта цель, она, ну, духовная. Это духовная цель. Как вот просто танцевать для Господа Читания, для Кришны. Как, где он, что он? Ну как-то вот сложно это пощупать. Это можно только действительно по милости как-то поймать эту волну. Но обычно это так очень непросто, и приходит милость, и у нас эта цель в каком-то проценте проклевывается. Мы раз, а, да, все просто же, надо петь, танцевать, все пою, танцую и чувствую ответ от Господа даже, да, вот как Господь проявляется на киртане или на харинаме. Потом раз, наверняка замечали, что в какой-то момент, раз, так вообще, какая моя цель вообще, ради чего я живу, и оказывается, что вообще другие цели у меня сейчас. То есть тамагуны или какие-то, или раджагуны, какие-то гуны они накрыли, и у нас цель ушла. И потребность каждого преданного на уровне вайди садхана бхакти заключается в том, чтобы крити садхи бхавет садья бхава сасадхана бидха, ставить цель и практиковать садхану для достижения этой цели, бхавы. Ну, вот бхакти расамрита синда рупа госвами говорит. И вот самая главная потребность, на самом деле, всех преданных именно в этом. Видит эту цель, чтобы эта цель она зажигала и как, ну, давала вот этот энтузиазм, то есть и уже аскезы ради этой цели совершает. То есть вот, это живая цель. Это не просто теоретическая. Теоретическая тоже хорошая вещь, да, но это именно живая такая цель, такое осознание, что «О, да, я хочу ради этого жить, ради гуру, ради Господа Читания, ради, ну вот прям
Я хочу ради этого жить, и я испытываю даже какие-то эмоции, благодарности. То есть, что означает, что цель стоит? Означает, что она пробуждает во мне эмоции. Матиги, да? Это Шрила Бхактивинода Госвами Махарадж, там подробная тема, это как все эти эмоции. Но он объяснял, говорил о том, что на самом деле разум, он, ну, у нас как бы раньше было представление, что ум, он эмоционален, ну вот ум, он нравится, не нравится, да, испытывает определенные эмоции. Но он доказал, что эмоции, они вообще изначально, душа по своей природе эмоциональна. Просто эти эмоции, они преломляются через ложное эго в материю, и они становятся материальными эмоциями. И также есть разум. То, что, разум, с помощью чего мы пытаемся как-то, ну, ориентиры в жизни строить, какие-то стремиться для достижения каких-то целей материальных, если это материальный разум, духовных, если это духовный разум. И я сейчас не буду много, как бы я сейчас приведу к практической теме. Просто я хотел подвести к очень важной идее. То, что каждому преданному, вот всем начинающим, средним, продолжающим, да, у них есть потребность на садхана бхакти видеть эту цель, пробуждать эту цель, чтобы она становилась живой, как вот Шачинанда с вами говорит, живое имя. Живое имя, то есть для него имя — это живое, Хари Кришна. Или, может быть, какое-то другое. Ну да, хотя бы на какое-то время. Оно живое. И он, ну, объясняет во всех своих книгах одну идею. Хотите, просто скажу такую выжимку всех книг, вот, что я лично для себя увидел. Выжимка простая, что воспевание святого имени на четках, в киртане, в харинаме будет, будет это воспевание живым, когда мы воспеваем самбанды гьян. Ну, то, что Харидас Такур говорит, харинама читамани. Самбанды гьян, когда мы помним, кто я, что это за мир, кто такой Господь, и какова моя цель? То есть, ну, смысл самбанды гьяны, в чем самбанха? У нас, помните, говорится, Кришна самбанха. Есть Стив Джобс самбанха или там Женя самбанха, да? То есть, как вокруг меня крутится весь этот мир. Да? А есть Кришна самбанха, как все вокруг Кришны. И моя цель, ну, служить Кришне, то есть Кришна самбанха. Да? Вот. И задача вот садык в том, чтобы эту цель пробуждать. Пробуждать эту цель, этот духовный разум. И это потребность всех преданных. И теперь я хотел перейти с вами к такой практической теме, связанной с харинамой. Я так медитировал вот все эти недели, думал, вот что же вот важно, что нужно, как-то молился, ну, пытался вот как-то промедитировать, в чем есть потребность у преданных. Также спросил вайшнав. Немногие ответили на анкету, конечно. Но я так просто в общении вот с вайшнавами для себя увидел вот эту вещь. И сегодня, кстати, вопрос доказал. Вопрос угадал. Как вдохновлять преданных. Да? Как вдохновлять вайшнавов. В принципе, вдохновлять даже и не вайшнавов. Как это делать? Как самому быть вдохновленным и как вдохновлять других? Вот такую тему, в общем, я предлагаю сегодня спахтать, пообщаться. Ну, вот. Я какую-то сейчас что-то скажу, да, буду давать какой-то тег, там, и мы будем обсуждать просто. Ну. Как и себя вдохновлять, и других. В прошлый раз с вами мы обсуждали тему доверия, развития доверия вайшнавов, как нужно поступать, чтобы это доверие развивалось. Я не знаю, был какой у вас опыт позитивный, нет, после этого обсуждения? Интересно просто. Было ли какие-то наблюдения, что доверие улучшилось или ухудшилось? Доверие, если мы осознаем важность доверия. То есть мы, во-первых, можем видеть, как Шрила Прабхупада. Он вот, основное его качество было, чтобы вдохновлять, он доверял. Угу. Он даже не смотрел на какой-то кабле, но что-то по этой, ну, он видел какой-то уровень и что-то доверял ему. И как из этих молодых людей стали очень удивительно преданные. Доверие — это уже как бы еще тонкий момент доверия в том, что если я доверяю, я не буду, ну, себя считать каким-то главным, лидирующим, то есть заслонять Кришну. То есть это качество искренности, вот это доверие. И естественно, когда есть доверие,
тогда появляется вот это сотрудничество, отношения, и тогда вот эта санкиртана становится очень-очень, уже начинает осознаваться, потому что она приносит реальный вкус. Вот, вот доверие – это очень важная вещь, как я понял. Спасибо. Но для меня вот это обсуждение было такое очень важное тоже, потому что я как-то переосмыслил тоже, что делаю, может, неправильно, что лучше надо сделать. И даже увидел один момент, с преданными на Махаты, что какой-то один момент я неправильно делаю. Увидел, то есть я так вдохновился того, что может. Ну, я всем хорошо пересел сразу, захотел. И вот мы на самом деле, когда действуем не в соответствии с той духовной потребностью, которая есть у вайшнавов, когда мы действуем так, когда мы действуем с какими-то своими желаниями и взаимодействуем с другими преданными, да, пытаемся их вдохновить, но при этом у нас свои какие-то желания, свои ожидания, развить доверие, но для чего? Да, то есть мы как бы действуем не на благо преданных, да, хотим вдохновить не на их благо, чтобы у них благо, да, чтобы они развивались, не на их цель духовную или на их духовную потребность, а может быть на какую-то свою. То есть мы хотим вдохновить, например, себе на преданных на харинам, потому что у нас мало людей на харинам, например, да, то есть мы хотим их вдохновить. И преданные это чувствуют. А кто хочет быть винтиком, в чем-то, даже в великом проекте, даже в проекте, который дал Господь читание. И поэтому, то есть вот у преданных есть эта потребность в нирбанде, потребность в этой духовной цели, и он ищет источники вдохновения, чтобы эту цель оживить. Для этого он обращается к наставнику, лидеры, руководители местной организации, да, вот он тоже от них этого ожидает на самом деле. Ну что он ожидает, что ему там, не знаю, ему нечем, то есть преданным, в принципе, есть чем заняться. У них работа есть, там, да, семья, есть хобби, есть много чего можно чем заняться, да, но он идет к преданным. Почему? Потому что есть внутренняя потребность. Он хочет эту цель пробудить, духовную цель, и жить ради этой духовной цели. И вот когда мы соприкасаемся с преданными, да, и когда мы действуем не в соответствии с их духовной потребностью, они не вдохновляются. И у них не развивается доверие. Очень просто. Да, и Бхактинода Такур говорит, вот сейчас уже будем в практике все, да, Бхактинода Такур в читании Шакшамрити и в многих других произведениях он, в двух точно говорит о том, что есть четыре способа, как мы можем влиять на живых существ, на преданных или непреданных. Есть четыре метода. Может быть, кто-то слышал уже эти методы, но я думаю, еще раз как-то обсудить, потому что мы же хотим влиять. Проповедь — это же влияние, да, то есть на другое живое существо. И мы что-то хотим дать даже, да, или взять все-таки. И вот сейчас мы разберемся с вами, чтобы как-то поглубже понять эту тему, в чем их потребность преданных, да, вот в чем же их потребность духовной цели, как проявляется, как ее пробуждать, и как не пробуждать другие. Потому что когда мы ожидаем чего-то другого, особенно материального, мы что делаем? Мы бередим их материальные желания, получается. И они испытывают от этого, как минимум они могут испытать какое-то разочарование в практике, в нас, в ИСККОН. А как максимум, разочарование такое, то есть, я останусь, просто буду вот круги читать как-то подальше, как тут. Преданным, может, приходить буду, но не так глубоко. А максимум, конечно, это минимум. А максимум, уйти. Потому что им говорят, навязывают делать то, что не является их духовной потребностью.
Сейчас я объясню. То есть, ну, как бы, что, да, вот, есть эти четыре метода влияния. Первый метод, Бхактисиддханта Тхакур говорит, это бхая, через страх. Давайте обсудим с вами. Бхая, бхая. Баям вити ябиневешатся, тишата питаси паре асмритихи. В этом стихе в Бхагаватам говорится, что джива начала испытывать баю, страх, когда свое сознание направило на материю, на двитию, на вторичное. То есть сейчас мы в материальном мире постоянно испытываем страх. Что будет завтра? Как? Что? Вот. А не кинут ли меня преданные? Вот я сейчас с ними служу, вот отдаюсь себя, да. Особенно это, если, конечно, вопрос ресурсов, то, да, какой страх возникает. Постоянный этот страх у нас есть. Страх за тело, страх за статус социальный, если вдруг... Ну ладно, не буду это все обсуждать подробно, но страх. И вот я у вас хотел спросить, дорогие преданные, как мы могли сейчас, как лидеры, да, мы, да, ну, или пытаемся быть лидерами, как мы, может быть, иногда действовали, влияли на других вот именно через страх? Или на нас влияли через страх? Вот давайте обсудим это с Пахтаем, чтобы отчетливее увидеть этот метод. Да. У кого есть такие мысли? Лучше рождаться много еще раз. Еще много раз лучше рождаться. Ну, ага. Как бы, если не будешь служить, то будешь еще, да, предупреждаем тебя. Будешь еще много раз рождаться в этом мире материальном, страдать. Угу. Ну это же правда. Ну так, ну, так, ну, это стимулирование такое. Страхом, а? Страхом стимулирование. Угу. Ну, есть, да, окей, хорошо. Еще давайте, какие варианты? Не будешь служить, не дадим рекомендацию, не инициацию. Да, рекомендация, инициация – это очень актуальная вещь. Ну да, это может быть плод скорее. Скорее, это плод. Похоже, у всех благостное сознание Кришны, детское сознание Кришны. Да. Ну, постоянно сопровождают, просто, чтобы не используется. А? Ну, постоянно есть внутри, но как бы, не используют для других, как бы, просто, не замечаю. Это христианцы больше используют, у нас, наверное, меньше. У нас это, да. А вот когда мы на место, почему ты себя ведешь так? Но... И как бы, иногда это как бы, ну, отец говорит своему сыну, сыну говорит, чтобы он как-то, ну, стал взрослее, да? И сын так и воспринимает, о, ну, да, ну, он может, конечно, там немножко напрячься, там, да, ну, но потом он более-менее, ну, он быстро отходит, то есть нет такого, что он раз, там, я обиделся, или как-то вообще ушел, там, или какая-то обида внутренняя сильная. Но так бывает у преданных, что если мы вот так вот как-то по ложному эго как бы шактанем, да, то есть это и есть это тамагуна, то есть это и есть бая, страх, когда мы шактим, да, то есть и шактим, но не имея кредита доверия преданных. То есть понятно, если человеку он говорит, а можно я вот побыстрее Кришне, ну как мне вот, дайте мне, или может он помолится, там, вот недавно была история, но точно... Помолился, чтобы Господь очистил от ложного эго. Так быстро проявился Кришна. Я говорю, вот у вас преданные очень серьезные с Кришной отношения, близкие, быстро отвечают. Точно. Ну, Кришна ему ответил быстро. И там ситуация разная. Но обычно, ну, то есть, давайте еще как бы. Есть опыт? Как вот вам, может быть, или вы? Не было такого, никто не шактил. Ну, так, в каких-то деталях, но... Ну, так, есть один момент, когда хотят с тебя какое-то служение, потом уже могут сказать, можем твоему духовному учителю даже вот пожаловаться, написать, что ты вот здесь что-то не выполняешь наши наставления. У меня какой-то момент такой был, я слышал там разговор такой. Социальное давление. Социальное давление. Социальное давление, да.
Особенно если, например, немножко ступишься, и вот чтобы, ну, иногда это, ну, актуально бывает, да, но иногда это, ну, это насилие, да. И, ну, да, да, при всех, как бы, отчитаем, да, особенно при всех, когда. Вот это показатель, на самом деле, именно когда мы через баю действуем, когда мы при всех жестко именно вот такой, ну, показухой такой. Да, 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 это делаем. И вот что у нас, ну, то есть, когда какие качества, какие вот я здесь записал, скрытность, лицемерие, доносы, безответственность, низкое качество работы, нечестность, обман. И, ну, то есть, вайшнав, который пытается... пытается как-то, ну, вот он видит, что, например, что-то неправильно, да, и он начинает, например, что-то как-то жестко там пытается на место поставить вайшнава, да, и что интересно, что если копнуть глубже, то оказывается, что у него у самого в детстве были, ну, сложности, например, он кого-то жестко обманывал. И потом, ну, проходит пару десятков лет, да, например, и кто-то вдруг из преданных обманул. И у меня, ну, как бы, то есть вот это возникает, да, вот эта сильная очень эмоция. И мы, соответственно, опираясь на эту эмоцию, делаем вывод, что он меня обманул. Вот негодяй, там, и начинается эта эмоция, как повлиять, ну, как бы, через тамос на это живое существо. И на самом деле то, что у нас эта эмоция появилась, это доказательство того, что мы в прошлой жизни сами так делали. То есть понятно, что если кто-то неправильно делает, если мы видим это, мы можем как-то повлиять. Но если у нас эта негативная эмоция возникает, там агуна сильно такая, значит, в прошлом мы сами так делали. Вот это 100%. И поэтому, когда у нас преданные, ну вот, в нашей команде, в харинамах, да, или, ну, или в общине, вдруг что-то они жестко такое делают с нами, то, ну, эмоция возникнет, все равно мы не сможем, как бы, ну, негативно, если есть чему возникнуть, он возникнет. Но почему так? То есть не дают заниматься харинамы, да, то есть пойду в атаку на старших в общине, да, вот, или, ну, то есть, или буду доносить. Да, там, ну, такие страшные штуки, конечно. Здесь такого, я думаю, нету прям. Но так или иначе, на тонком уровне это бывает, такая вещь прослеживается. А нужно понять, что Кришна-то он это все устроил, чтобы нам показать, что мы в прошлой жизни сами что-то такое сделали. Или в этой жизни, или в прошлой жизни. И наставники обычно это могут очень хорошо все, ну, как-то раздиповать, помочь даже. Да, они могут. Ну, ты смотри, как бы вот. Опа! Ай-яй-яй! Сердце они могут найти это, да. И влиять на других живых существ, на преданных, вдохновляют, например, на харинаму, через страх. Но это бессмысленно, потому что в этот момент, что происходит у живого существа, живое существо-то, оно уже хочет служить, и оно хочет избавиться от страха. Понимаете, да? А мы как бы пытаемся что-то предпринять, чтобы через страх же еще его как бы типа... Но это не... Вдохновить, да. Такая помеха получается. Да, ну то есть и в итоге-то это не работает на нашу же и цель, даже если мы хотим вдохновить кого-то, это же не работает. И более того, это рушит отношения, можно прям, да, записывать, это не работает на нашу цель, это рушит отношения с этим живым существом, с этой дживой, это не помогает дживе, то есть и ни мне не помогает, ни дживе, и отношения рушатся, да, три вещи. Что еще можно? Плохая самскара. У меня остается плохая, у него остается, и у меня еще плохая самскара остается, да. Джаба перестает повторяться, там еще что-то, да. Да, Кришна недоволен. Вот. Можно вообще обидеть преданного, может уйти. Да. Да, это еще пятый вывод, да, что он преданный может обидеться.
И вот здесь очень, конечно, сразу возникают такие вопросы, но как же, вот иногда бывают, ну, преданные они, ну, тамагуни, то есть, да, говорят. Ну, то есть, когда невежество, знание, оно покрыто, и как бы, и здесь надо смотреть, ну, как бы, степень. То есть, если понятно, что это уже агрессивное поведение, или оно какое-то чрезмерное, ну, и влияющее плохо на социум, да, например, то, ну, в каком-то процессе, и он не понимает другими методами, тут приходится, к кшатрию приходится, ну, как бы. Да, ну, и, ну, например, представьте, на киртане мы служим все святому имени, вдруг один какой-то там начинает, например, там, ну, как-то там, ну, что-то проявлять, какие-то вещи, да, неправильные. То есть, ну, мы, соответственно, дорогой Прабу, пытаемся как-то одиннадцать. Ну, сейчас мы будем это все обсуждать, как. Но потом выходи, все, и вытаскивай. Но еще другой момент, когда преданный, он погрузился, например, в тамагуну, да, и он при этом принимает меня как друга. Знаете, как вот иногда животные, они, у них разум слабый, они там писают не туда, да, простите, ну, такой, не туда, куда нужно. Но при этом они любят своего хозяина, да, потому что хозяин кормил, то есть он подружился с ним. И когда есть дружба уже, то когда он не в то место, куда нужно, то хозяин там, он может как-то, ну, то есть, там, что-то сказать, и живое существо, оно будет слушаться, прислушаться, да. Другими словами, если мы дружим, если у нас есть какой-то уровень отношений хотя бы, и человек, ну, не понимает другими способами, мы как друга можем, хватит наркоту употреблять, да, или еще что-то, но мы можем встряхивать, да. Если ты будешь делать это, ты просто там, и как-то ты его... Но он от этого не обижается. Понимаете, да, то есть, ну, он как бы, да, помоги. Вот, но надо еще предпринять, ну, действие, чтобы он так принял это, да. Ну, то есть, это первый, да, способ влиять. И можно просто медитировать. Вот любое насилие над живыми, даже когда мы хотим вдохновить вроде бы на харинаму, ну, что ты, давай, ну, что ты, ну, как бы... Ну, это иногда бывает, это реально насилие над разумом. Над разумом. И у мужчины особенно, знаете, такое интересное. Я не знаю, как у женщины, там, матриджи, но вот я слышу, мужчин вообще разум захлопывается вообще, когда на него кричат. Вообще. Ну, именно агрессивно, да, вот как-то. Ну, когда там еще как-то могут, как, ну, так сказать, серьезно так, ну, да, хватит, ну, давай, бери себя в руки, ну, как-то так вот, как мужчина, то есть он может еще как-то прислушаться, да, ну, вот. Но если эмоционально вот так, с такими, знаете, там, ну, с такими вот штуками, то это все очень плохо кончается, сердце захлопывается просто. И когда у нас на харинаме иногда бывает, да, что-то там, ну, преданный там делает, там, бывает такое, нет? Да, точно. Да. Бывает иногда, блин. У меня такой сейчас вспомнил случай. Матриджа одну. Че, пойдем. Стоящий харинаму, поем стоя. Она каждый минут все дергает. Ну что, когда пойдем? Не пойдем, все стоя будем. Следующий метод, как мы можем вдохновлять, да, влиять на других. Ну, то есть первый метод понятен. И Вайди Бхакти, конечно, отчасти использует этот метод, когда мы говорим, что мало осталось жить, да. Но нужно понимать, что духовный учитель это использует, и мы используем. Это, но по-настоящему это реально напугает, именно позитивно напугает, только когда у нас есть отношения с этой личностью. Иначе мы не воспримем эти все страшилки. Ну, ну и страшилка, и что? Ну, а я, ну, умру, и что? Как бы. Не услышит, да? А второй метод влияния – это аша. Переводится как аша. Как аша? Аша. А? Аша. Надежда, да, желание, когда мы с помощью какого-то плода пытаемся простимулировать преданного.
Получается, даем ложную надежду ему, в смысле, постимулировать? Да, ну, как бы, с одной стороны, да, это именно ложная надежда. То есть, когда мы пытаемся его воодушевить с помощью именно материального плода. Здесь речь именно о материальном, ну, тонкоматериальном, религиозном, там, ну, не знаю, вот, ну, как, например, сказали, инициацию получишь. И как бы инициация это может быть духовной вещью, а может быть и просто, ну, стремлением, да, к славе, там, не знаю, еще к чему-то. И мы понимаем, что вот, ну, как бы он будет все делать, все, что я скажу ему, потому что я ему пообещал инициацию, да. Или я ему пообещал там еще что-то. И этот метод Прабхупада, духовные учителя, и мы используем и использовали. То есть это, в принципе, ну, используют этот метод. И почему, например, на марафоне награждают лучших? Да. Но не обязательно, что, ну, как бы многие, в принципе, хорошие, ну, потом многие становятся, например, распространяют картины, да, то есть, ну, просто имеют просто природу такую. На Венерин Прабу, например, говорил, ну, я слышу такие мнения, что это, типа, никак, а на Венерин Прабу говорил, что это 50% навык, вот, человека природный, это 50% распространения книг, это его прям слова. Я когда вот изучал вот, Санкиртан, все лекции переслушал, 50%. А вот, и мы говорим такие, да, например, что вот, будешь распространять столько-то, получишь то, получишь толстовку, еще что-то получишь, да, ну, как бы. Вот. И это используется. Потому что преданные, ну, как бы, бывает так, что они, ну, находятся вот в гуне не страсти, а пониже гуны, да, то есть лень, апатия, ну, зачем это надо, кому? То есть не видно этого духовного плода, да, то есть не видно для них, как бы, что это, буду распространять, удовлетворю, очищусь, зачем это все, ну, то есть, и поэтому надо чем-то внешним, материальным простимулировать. Вот иногда это используется, да. Но есть проблема этого. Был у вас опыт, вот, когда вы или вас? Расскажите, давайте, чтобы я не болтал. Скажите, вот, позитивные, как и негативные, может быть, стороны от этого метода, когда вас или вы вдохновляли? У нас на детской программе, когда ездим с детьми, есть конкурс такой, Гуна-Прада называется. Гуна-Прада? Да. А. И там детям, когда они себя ведут так недостойно, называют друг друга на вы, прабу, им начисляются баллы плюсовые. Когда они себя ведут не очень хорошо, там плохо, и минусовые баллы начисляются. Угу. Я тоже прабу проанализировал и ввел это для детей. Но они меняются все равно, даже хотя бы это вроде как игра какая-то определенная, там баллы набрать. Ага. Но у них проявляется все равно какой-то дух служения, все равно что-то накапливают они. Угу. Смотрите, какое-то служение. Да. Чем больше служат, там посуду сами это вызвались посуду помыть, 5 баллов. Если их попросили, они помыли там 3 балла. Да, я думал, вашими вести. Если их там заставили, то там 1 балл. Балл все равно вводится, но... Ну, спасибо, это позитивно, да, для детей. А вот для взрослых, давайте, вот мы сейчас же говорим, вдохновлять преданных на харинаму. Вот преданных, вот, там, Маша, Татьяна, вдохновляли? Меня пока не вдохновляются. Что не скажешь, да? Ну, домашнее задание вдохновили. Домашнее задание же вдохновили. Я тоже пыталась, но тоже пока не получается. Вот я ко мне. А почему этот там микрофон не дышит? Уже сейчас. Бывает, да, что типа, вот ты молодец, там, в харинам проводишь, давай, вот еще подержись там пару лет, и тебе вторую дадим. Типа, ну такое, да. Как бы, ну для меня это не сработало, как бы не было мотивации, но вот угу. Чувствовал, что такое небольшой как бы, такой, угу. Посыл в этом смысле. Угу. Ну это вдохновляло? Ну, мне не очень. Не очень. Я заметил, вот, ну, тоже сейчас пытаемся там небольшие харинамы проводить. Я тоже думал, как вот, ну, я-то там готов уже, у меня есть там желание. У кого-то, может быть, оно желание не совсем такое, может быть, проявлено. Вот я заметил, что, ну, во время киртана заметил, когда ты поешь,
И когда ты даешь возможность, ну, другому как бы вести киртан, ага. И это очень, это сразу как бы включает человека, потому что, ну, это очень ответственная позиция, то есть ты уже не можешь отвлекаться, ты уже чувствуешь, что, ну, сначала ты повторяешь, за тобой все как бы вторят. Если ты будешь невнимательный, соответственно, угу. как бы, и в какой-то момент я увидел, что вот это очень вдохновляет преданных, то есть они даже иногда даже приходят там и ждут, ну, может быть, они не говорят, но они, им нравится как бы вот, угу. вот. Через... Не, ну это же неплохо. Но бывает так, что, например, если человек музыкант, и ты его хочешь, чтобы он стал харинамщиком, например. И ты говоришь, ну смотри, ты музыкант, так давай вот харинама. А внутри как бы, ну, желание просто, чтобы это, ну, команда увеличилась, там, чтобы еще больше там. Ну как бы желание не в том, чтобы он через этот киртан с Кришной связался, а чтобы твоя команда увеличилась. Вот это есть Аша. Ну да, тут какой у тебя это... Ну, просто... Мы сейчас же мотив, да, пахнул. Да, это может просто человеку помочь, ему как бы больше сосредоточиться. Да. Через ну, с... На святом имени. Да, да, более... Ответственность. Потому что по-другому никак он не сможет. Он не сможет смотреть по сторонам, магазин и как бы... Он почувствует, что... Вокруг уже преданные, ну как бы. Ты как знаете, какие-то вещи на виду ты не будешь делать, которые ты там, может быть, какие-то дела где-то там, ты на виду уже не сможешь, потому что общество преданных, и ну, эта ответственность, она пробуждает тебя обращаться именно к святому имени, ну, взывать, может быть, в какой-то мере. Ну, я, по крайней мере, видел мой опыт такой, что люди, они становились более осознанные в своем баджане. Ну, то есть уже более ответственно относились. Ага. Это первые 10 лет потом привыкаешь, и можно и в магазины смотреть, и петь. Когда уже автоматизм, да, не надо смотреть на клавиши. Одухотворяется. А вот в чем проблема? А теперь представьте ситуацию. Вот у вас пришел там еще один человек, ну, например, 15 человек. И... Ну, вы уже всех вдохновляли, так стимулировали, ну, давали петь возможность, да, например. И все стали, например, киртанинами, например, да? Ну, вдруг такое, да, вот, ну, простые мелодии хотя бы, 15 человек. Ну, ладно, это утрирую, ну, хотя бы, ладно, хотя бы, ну, человек, ну, 7, 10, например. И у всех вот этот раджес есть, я хочу, чтобы сосредоточиться на киртане, мне вот только надо петь за гармошкой. Если я не пою за гармошкой, то я не сосредоточен. И что возникает между этими преданными? Борьба. Соревнования, конкуренция. Вот в чем проблема вот этого метода влияния, да, на, ну, когда мы вот пытаемся так влиять, потому что не конкуренция. А почему его первым? А почему его последним? Вот обычно как бы первым я на разогреве, там, ну как бы это типа, я не знаю, смеется, типа. Вот. А я в разогреве у тебя, как бы так, с сарказмом так его, ну типа кто потом, да? Это соперничество, да? И, ну, бывает это как бы приемлемая вещь, а иногда это соперничество в итоге приводит к тому, что преданный перестает вдохновляться приходить на эту харинаму, потому что мне не дают петь. Потому что меня изначально пробудили это, вот стоит, будешь петь, ты будешь крутым. Понимаете? И я с этим сталкивался, я встречал вот такое вечно у преданных, да, когда, ну, то есть он замотивирован, да, как бы он внешней какой-то вещью, и потом начинает соперничать на основе этой внешней вещи, ну, формы, да, соперничать с другими. Потому что это, ну вот, как бы, это потому что материя. То есть, если один, у одного получше материя, чем у меня, то я завидую того, кого там, да, там материя получше. Статус получше, деньги получше, получше голос, там, например. Я завидую, ну, какой у него лучше голос, да. Вот. Поэтому этот метод, он очень проблемный. И еще, если лидер начинает вдохновлять других преданных, там что, знаете, происходит у преданного? Он начинает приобщаться к лидеру не ради того, чтобы у него научиться бхакти, ну или каким-то таким искренним, честным вещам, а чтобы от него получить статус, а чтобы от него получить, ну, даже возможность там, ну, продвинуться, да, он меня продвинет, да, то есть и он, преданный, начинает общаться со старшим, да, с руководителем. С корыстной целью, да. Такой вопрос. Ага, расскажи. Ну, там тоже на киртан иногда, ну,
проблема это с рекламистами. Ага, ну да. И там, ну знаешь, у нас в Ятре там раз-два я общался. И хочется киртана, ну чисто такое вот желание, не послужить Господа, а попеть красивый киртан. Да. И зовешь, слушай, там, пробуд, так тебя давно не видели, так соскучился, приходи на киртан, вместе попоем. Но не с целью послужить Господа, а с целью, чтобы ну, нормально играть на бриданге, поэтому чтобы киртан нормальный был. Ну, то есть там как бы есть и смешанная цель. Да, то есть такая. И потом он такой обрадовался, да, приходит, а в следующий раз тебе уже не нужен он как бы в этой цели, и ты уже его не зовешь, и у него разочарование. Ну, типа, ну, как бы приводит к ухудшению отношений. Да, то есть, потому что ты его не искренне позвал, да, просто для каких-то других целей. А в следующий раз не позвал, он думает, ну, как бы доверие уходит. Да. Больше не пойдет. То есть отношения, они нестабильны. Нестабильный, да. И неглубокий, то есть не углубляется отношения. Корысть. Корысть, да, потому что корысть, она не углубляет. Как, например, этот преданный, он перестал быть старшим там, или еще как-то, да, от него ничего не получить, ну тогда я не буду ему служить. Он мне не даст это. Вот, поэтому это опасная вещь. Еще один момент, который я вспоминал, что интересно, это Гуру Махарадж такую фразу сказал, она меня вообще просто на лопатки, знаете, положила. Он говорил, что мы, ну, как бы вдохновляем преданных на сотрудничество, поощряем тех, кто вперед выдвинулся, да, то есть тех, кто больше чего-то сделал. Вот кто большой такой проект сделал, вот это крутой, да, ну, как бы большой что-то. А тот, кто вот поменьше, ну, то есть, да, молодец, конфетку надо, ну, то есть хорошо, есть конфетка. И ну и, соответственно, это в обществе возникает такая ну, ситуация. Здесь, конечно, есть нужно правильно понимать, что кого-то мы должны как бы, ну... Здесь очень тонкий момент. С одной стороны, надо из тамагуна вытаскивать, да? Ну, чтобы человек вообще включенный был, да? Но с другой стороны, нужно дальше его просто... То есть нужно его дальше вести, потому что если дальше не произойдет, то он свой корыстный момент, ну, что у него было какое-то корыстное желание, не достигнет, и он разочаруется. И поэтому Гуру Махарадж, ну, Шрила Бхактивинода Госвами Махарадж, он сказал, поэтому в обществе преданных-то, в ИСККОН, и текучка. Да? Потому что есть корыстные моменты, какие-то желания, а лидеры их Уцухамаю, ну, первые годы, да, особенно, задействуют их корыстные вещи, да, и дальше они не идут и остаются на этом. И в какой-то момент... Они что-то не получают от лидера, да, что как бы ожидали внутри, и уходят, разочаровываются в ИСККОН. Вот. А поэтому это такая ну, вещь, то есть очень ответственная. То есть дальше нужно вести вайшнав, да, то есть пытаться ну, действовать еще. Это вещь мы используем, но не ставим большой акцент на этом. Просто, ну, что вот это главный метод. Это очень важно, потому что ну, преданные перестают практиковать и. Я вот сейчас последний год, ну, больше всего вот по этому поводу переживаю, вот и на Махате. Я вот рассказывал преданным, с первой на Махаты, которую я вел мужской, там 40 человек было, представляете? Сначала было вообще там под 70, а потом, ну, вот стабильно где-то 40 ходило. Остались практиковать человек 7. Остальные то Ленины, то Сталины, то, ну, как, то комсомольцы, то староверы, то... Яговисты, то мормоны, то йоги, то шиваиты, то Кришна, ну, Гауди Мат. Ну, в общем, вот такая вещь, да. И меня так... При этом, когда мы это все вели, этот курс, Арджуны вели, серьезно, домашнее задание, прям все такое, чем было у нас серьезно, да. И они все делали, все хорошо было, да. Вот. Но в какой-то момент... Мы довели их до определенного момента, а потом я отключился, ну, у меня другое было там, служение, еще что-то. И потом и Арджуна, там, друг мой тоже. Он. Вот. И они уже, в принципе, кто-то отклеивался, а потом после этого вообще, ну, то есть, прибежище ушло, в общем, какое-то, и они потом отклеились. Ну, вот, в общем, такая идея, то есть, нужно идти дальше, пытаться, стараться действовать. Через другой метод влияния. И третий метод, очень интересно, преданный. Картавья Будхи. Картавья Будхи. Будхи, да, то есть разум, когда мы... А картавья от слова карты, тот, кто... Действовать, да. А, тот, кто...
А? Когда у нас вот этот есть разум, ну, мы говорим это сейчас по отношению к себе и также по отношению к преданным, когда мы пытаемся пробудить этот разум, можно даже так его назвать, я помню, один преданный мне объяснял, это разум ответственного вайшнава, который берет, ну, как бы ответственность за... За ценности своей духовной жизни. То есть это вот разум, который берет ответственность за свои ценности. Ну вот что я, ну не знаю, например, уровень долга, да, вот уровень такой благодарности, когда я вот понимаю, ну, например, я осознаю, что мне много преданной дали. Да? Я осознаю, это означает картавья будхи. Я благодарю. То есть картавья — это я действую так, я благодарен. Действую в настроении благодарности. Это означает, я действую на уровне этой картавьи будхи. И также здесь, ну, включается уровень уважения, уровень как, ну, такого духа команды, духа, когда мы, ну, пытаемся поддерживать друг друга, несмотря на то, что есть какие-то проблемы или ошибки, которые мы совершаем. Да? И как пример этому очень хороший, ну вот я вначале говорил пример, это соперничество, да? А вот есть пример такой очень интересный, в Ашешике Прабу сейчас, как называется место, где он? Силиконовая долина. Да. Очень интересно, они награждают не преданного какого-то, который занял места непреданных, они действуют ради общего результата. То есть вот 20 человек распространяют книги, и они, ну, как бы говорят, вывешивают это, да, и преподносят, да, вот этот плод Шрилы Прабхупады как общий результат. То есть они говорят, вот такой-то молодец это сделал, там вот это как-то. Они именно общий результат делают акцент для того, чтобы этот дух команды был. Да. И здесь, конечно, тоже такие вещи тонкие. То есть это он делает лишь для того, чтобы вот это материальное какое-то устремление, да, но не развивать преданных, чтобы этот был больше дух дружбы. Да. При этом здесь нужно понимать, что картавья будхи, тоже, когда мы, ну, пытаемся вдохновлять других, мы можем вдохновлять других, да, на духовные ценности, но мы реально, ну, как бы вот, например, мы говорим, если, дорогие преданные, вот харинам санкиртана, она очищает наше сердце, она очищает сердце, да? И если мы о этом говорим реально ради этого, ну, чтобы они очистили свое сердце и стали ближе к Кришне, то да. А если мы говорим с другой целью, то эффекта не будет. Вот мы хотим же эффекта, да, мы хотим, чтобы преданные вдохновились. Не будет его. Или он будет кратковременным. Потому что, знаете, ну вот, очищу все. Или стану счастливым, блаженство будет, да, например. Все, блаженство будет, хорошо, выходим, блаженство. Раз вышли, ну чуть-чуть есть, потом третий, четвертый, пятый, шестой раз. И в какой-то момент будет такой опыт, когда нет этого блаженства. И разочарование, и в лидере, и в этом процессе тоже. Вот, понимаете, да? То есть такая очень тонкая вещь, что с одной стороны мы вдохновляем на эти вещи, но с другой стороны нам нужно давать понимание, да, то есть более шире. Давайте вот вспомним наш просто опыт, когда мы действовали так и... или по отношению к нам действовали. Да, заметил такую вещь, что это, ну, вот, это, ну, грубо говоря, вот эти все три уровня, пхая – это в невежестве, да? Аша – это в страсти, а вот эта картавья будхи – это в благости. Да. И с четвертой, соответственно, трансцендентной, видимо, будет, так, предвкушая. Все вот. Знаете. Да, да. И вот у меня такой опыт, что, ну, у нас сейчас команда такая, и действительно вот в гуне чувствуется вот это вот третье, вот, ну, часто, по крайней мере, я применяю, ну, типа ради преданных. Ради команды. Но в то же время я понимаю, что если не приводить при этом к Кришне людей, к святому имени, Гауранге, то это все временно тоже. Потому что кто-то может разочароваться в команде. Да? То есть, ну, прилагать усилия, а потом бац, что-то кто-то себя не так повел, или команда разошлась, и что теперь? Святой имя все равно остается, Кришна-то все равно у нас лучший друг. Ну или преданный, да, не хочет. Или преданный, да. Ну всякое бывает, там конфликт или команда, или другому команда распалась, и как бы мотив этот, он тоже как бы временен. Он очень хороший, да, он очень хорошо действует,
но он временный тоже. Вот я чувствую, что нужно как бы связывать с Кришной людей, вот, стараться давать Кришну, а не какие-то такие даже, пускай, хорошие материальные ценности, типа там общность. Ну, это тоже это важно, это нужно делать, но не, как бы, не сделать ставку на это, просто как инструмент. Да, спасибо, еще как. Может быть, у вас есть опыт, как вот на этом уровне, когда мы действуем на основе уважения взаимного, да, вот на основе вот этого. Тоже не знаю, как что сказать, а... Да, самый чистый мотив – это вот когда ты понимаешь, что нету никакого плода и не должно быть. Даже взаимоотношения, они могут временные здесь и очень короткие. Но главное успеть в какое-то время вот просто оставить этот опыт, подарить ему тот опыт, когда он будет чувствовать свою принадлежность к Кришне. Вот. А так действительно можно как заиграться даже где-то. Там какие-то действительно происходят на уровне экстаза бывает, да, нас понесло. Там уже мы можем не отслеживать, что мы что-то уже, можем на фамильярность переходим или что-то другое, начинаем как-то. Вот это когда природа, она без зависимости к Кришне и к руководству, к авторитету выходит, на, то она тоже как бы, можно сказать, опасная игра немножко. Еще у кого-то есть? Ну, да, но я вот думал по этому поводу, по этому уровню, что сейчас, смотрите, люди же, они, ну, вот, непреданные и преданные, в том числе пока что мы еще что же, они находятся в таком духе, в таком состоянии разорванном, да, то есть они отделяют себя. Ну, почему, например, сейчас живут, то есть маленькой, например, с семьей своей, нет такого, что род, там, да, вот бабушка, дедушка, там, все такое большое, да. Мы, как обычно, там, надо уехать, как бы там, мы отдельно, мы сами по себе будем жить, ну, то есть, ну, как так. Да, и вот это уходит, определенный дух семьи какой-то, да, и я сам просто думал, замечал это за собой, и потом я вот понял, что я не этого хочу на самом деле. Все-таки мне охота ближе к этому духу быть. А получится выйти на трансцендентный уровень, если нет вот этого, этих взаимоотношений и вот такое духа, сотрудничества с энергией, да, реально, вот выйти на вот этот уровень трансцендентный. Оно же сложно. И вот я думал, как это решить, это противоречие, что с одной стороны надо, это важно, потому что санкиртана, да, то есть надо уважать друг друга, надо пробуждать в других преданных, вдохновлять их примером. Вот это метод, когда мы, кстати, один из таких показателей очень важен, это когда мы своим примером вдохновляем других. Мы не с помощью плода, мы не с помощью там еще чего-то, а мы с помощью примера. Когда сами ходим, и потом преданные, они смотрят, что-то ходит, и счастливый, да. Надо у него попробовать, да. И при этом, то есть вот это решить противоречие, то есть с одной стороны это нужно, но с другой стороны надо не заиграться, да. И вот я вспомнил, Ренат с вами как-то приводил такой интересный пример с Господом Читани. Он говорил о том, что Господь Читани как говорил, что я не браман, не кшатри, не шудра, не вайши, там, не ванапрасха, не грихасха. Я просто даса, даса, ну дасаха. Ну вот это четвертый, который мы, ну, может быть, не так подробно тоже сейчас скажем. А он просто об этом говорил, просто слуга, слуги, слуги, слуги. Это такой уровень серьезный на самом деле. Но при этом сам-то был идеальный грихасхой. У мамы отпрашивался, отпрашивался у мамы, да, отпрашивался у мамы, и потом был идеальный саньяси, там, да, он
настолько идеальный, что он даже с царями не хотел встречаться, там, да, вот с царем Протопорудр. Даже какие-то такие, может быть, не сильно уж прям такие строгие вещи, но так или иначе. Он при этом сам всему этому следовал. Поэтому похоже, что чтобы вот Гопи Даса, Даса Анудаса, ну, вот это появилось у нас, нам важно, потому что, смотрите, он же был уже, то есть был пандитом, немаем, то есть он был в этой культуре, и он следовал всем этим вещам. Уважение к матери, там, да, правильная забота о жене, то есть уважение старших. У него это все было. А теперь, ну, то есть мы занимаемся, например, Харинамой Санкиртаной, например, нет уважения, да, к старшим нет уважения к киртанию, или нет уважения к равным, да, или к младшим. Но вообще реально это? Ну, то есть это же вообще почти что нереально. И вот мое ощущение, что в первую очередь, на что действительно, вот это реально одна из потребностей главных преданных в том, чтобы у них появилось, они, может, даже не осознают это, но так или иначе, чтобы у них появилось это уважение по отношению к другим преданным. И вот это их потребность, потому что без синергии, без, точнее, без уважения, без вот таких отношений, да, вот между друг другом, они же не смогут отказаться ни от ложного эго, не смогут почувствовать экстаз санкиртаны, блаженство. Не получится. И вот чтобы войти в эту сангу, нужно уважение, нужны качества, нужна гуна благости просто, да, вот, ну. Все традиции, они на уважение. Да, да. Да, это как минимум. И поэтому, если мы побуждаем вайшнава, вдохновляем их на это, да, своим примером, с какими-то вещами, да, то есть и вдохновляем их именно то, чтобы они ценили, уважали других преданных. Не только, знаете, вот старший так говорит, уважайте меня, да, то есть, ну, как бы это очень так преданный так. И преданный так сидит, слушает, младший там, да, или. Ну, что-то он себя хочет сейчас продвинуть как-то. Да? Не, я не говорю, потому что не надо говорить про это. Надо говорить об уважении старших. Ради культуры мы говорим. Ради культуры мы все равно говорим. Но именно вот сама суть, что уважение вайшнава, в принципе, да, уважение старших, равных, младших, всех преданных. Потому что без этого, ну, вообще речи нет, чтобы ощутить это дасю, да, вот это настроение слуги духовное, да. Это очень сложно. И если мы так делаем, я вот интересно так подумал, что появляется этика взаимоуважения и атмосфера сотрудничества. Вот если преданные все так себя, ну, мы их вдохновили, и сами, конечно, вайшнавы, сами взяли ответственность за себя, потому что я еще такую вещь понял, что как бы мы ни говорили про уважение, даже как бы если мы сами делали, все равно... Когда ложное эго напало на человека, там гуна, там, например, да, если он сам не взял себе ответственность, поэтому реально отношения возможны, в принципе, только именно когда, ну, два ответственных человека начинают строить отношения. Может быть, они не совершенны, прям вот идеально, но, по крайней мере, они взяли ответственность, и они всегда, ну, видят свою ответственность в отношениях. Ну, например, появилась какая-то ситуация трудная, да, например, и он думает, а в чем же мне, как же мне там, что я не был прав, в чем, что мне нужно сделать, да? Вот. Если этого нет, то, конечно, ну, то есть сложно будет это сотрудничество, да, но так или иначе мы можем побуждать, вдохновлять преданных на это. И как примеры этому очень, знаете, интересный, один арвидист, это духовный учитель, мне рассказывал историю про одного преданного. В общем, он... Это индус, ну, с детства такой, они жили в деревне, ну, можем представить себе деревню, там все по-простому, ну, они не шиковали там, да, и папа, отец этого преданного, он ухаживал за своим сыном, ну, то есть общался с ним, уделял время ему, внимание, ну, как детям же надо уделять время, вот, знаете, да, ну, что если не уделишь внимания ему, то он потом такую обиду, потом он так вылит, да, то есть очень просто. И он ему уделял внимание, время, и при этом он говорил ему какие-то ценности. И одна из ценностей была, я, может быть, не вся идеально расскажу эту историю, потому что я так не записывал, но просто помню, может, Андар пробуй
слышали тоже какие-то там подробности там. Ну, в общем, отец, он запрещал ему ходить в кино. Там было кино, там ну, вот, появилось уже в то время. И отец ему запрещал. И у ребенка, ну, он хотел, ну, как бы, с одной стороны, ну, все, потому что, может, кто-то ходил, даже друзья какие-то попадали туда. Вот. Но отец ему запрещал. Он слушал, конечно, вот слушал, потому что нельзя ослушаться. И почему? А потому что уважал его. Уважал за что? За то, что папа в него вкладывался, да, без ожидания, да, просто вкладывался. И иногда он какие-то строгие принципы говорил, ну, ценности. И, в общем, случилась история, как, когда он начал поступать в университет или в колледж, не помню, куда, во что именно, и он уехал от отца. И, соответственно, он уехал, и тут есть возможность, да, свобода, телефон, да. Сейчас современный это телефон. Есть возможность, и он уехал, и он решился, купил билет, зашел в зал, да, ну, сел, да, уже сейчас фильм скоро будет, и потом на экране появилось лицо отца. И отец говорит, ну, сын, ну, это же не нужно, это вредно. Отец, то есть совесть его, у сына появилась эта совесть, да? За то, что отец же мне говорил, это не надо. И он не стал смотреть этот фильм, ушел. Это такая позитивная история. И он это рассказывает, что он говорит, что он очень благодарен отцу за то, что отец, он заботился о нем и заботился именно уважая его личность, да, уважая личность, индивидуальность, уважая его, ну, то есть как ребенка, его какие-то наклонности. Поэтому ну, в Индии там я слышал, что не сильно как бы, ну, ограничивают в действиях, там, ну, дают возможность там, бегать больше. Как бы иногда, конечно, капризные они за это становятся. Другая проблема, ну вот кто-то знает. Но так или иначе, все равно вот этот есть дух, что он дает возможность реализовать, помогает природу реализовать и так далее. И вот за это этот преданный, он был очень благодарен своему отцу, и он был, вот когда возникла ситуация, где он хотел насладиться чем-то, да, но он внутри, ему совесть не позволила, да, то есть вот эта картавья будхи ему не позволила, да, то есть пробужденный, да, отцом его. Вот, то же самое у нас, то есть наш путь, как мы можем вдохновить преданных на харинаму, он не быстрый. Третий метод – это не быстрый метод. Он годы, два. Я вот были случаи, да, у кого-то здесь уже. Я помню, были случаи, там вообще годы уже столько лет. И потом я смотрю, я вкладывался. И потом раз смотрю, этот преданный вдохновился все-таки на харинаму, причем несколько, вот с первым намахатой провешей, 4 человека вдохновились. Но интересно, что, ну, так судьба просто сложилась, что они на других харинамы ходят, как-то, да, то есть, на других харинамы. Вот. Но суть-то была произведена, то есть семена, те, которые я садил, потому что я на каждой встрече, каждое воскресенье, в течение, наверное, 3 года, когда мне слово давали, я говорил о теме и говорю, ну, харинама, преданные. Ну, я вдохновлял, да? Да. И вот он, ну, как бы, он хорошие плоды этого эксперимента. Вот. Может быть, это не в моей харинаме, там, не в моей группе. Ну, ничего страшного. То есть я уважаю, люблю этих преданных. Вот. А иногда у нас может возникнуть такая мысль, что, ну, блин, ну, что на них, как бы, я в них вкладывал столько, да. Вот. Не нужно, то есть это так думать даже так нельзя, то есть это оскорбительное настроение. То есть надо продолжать вкладываться. Вот насколько Кришна мне дал сейчас возможность в него вкладываться, насколько он от меня хочет чего. Если он хочет от меня не то, чтобы я его занял своей харинами, а хочет, чтобы я просто ну, философией поделился или еще что-то в другой области. Я ему служу в другой области, да, то есть сколько ему нужно, как ему нужно, так я ему служу. Не как я ожидаю. И интересно, я начал потом ставить эксперимент. Я продолжил служить кое-кому. Несколькими вредными, в общем. Я начал, продолжил служить, потому что, ну, внутри, я честно скажу, у меня бывало, возникало, ну, Кришна, ну, что-то так как-то...
И потом я думаю, не, это неправильно, я понимал, что это неправильно, и я работал над этим. И интересный опыт, ну, там я сейчас несколько вариантов скажу с разными преданными. И один вариант такой появился, интересный. Он продолжил ходить на другую харинаму, но он вдохновился поддерживать другим образом, ну, так как, ну, отношения есть, он вдохновился другим образом поддерживать харинаму, мою группу, да, то есть, ну, ничего, классно, здорово, то есть, да, как он вдохновился, так, ну, понимаете, то есть, как, если бы мы тогда ему это, Хари Кришна, то, может быть, он его в харинаму веру потерял, и в итоге, то есть, и вам же и не помог, там, да, а так он и еще в будущем захотел помочь. Причем я не сильно активно как-то действовал, чтобы он это... А другой случай интересный, что ну, преданный, он вдохновился ходить на эту харинаму. Ну, то есть он на другую походил, на эту, и потом сказал, нет, ну как бы, вот мне нравится, я хочу сюда ходить. Да? То есть вот мое здесь тоже, ну, здорово. То есть все три варианта классные. Другое служение начал делать классное. Другая харинама классно. Вообще все классно, нет проблем вообще никаких, вообще нет проблем. Преданный же благо. Да, поэтому нам важно побуждать преданных именно на то, чтобы, ну, на то, чтобы они развивались как личности и пытаться увидеть эту личность и в отношении с ними, ну, усиливать их сильные духовные стороны и не просто ради своего, как бы, да, блага, да, своих каких-то целей, а именно ради них. То есть ради их блага, да, то есть пытаться увидеть, что им нужно. На практике я так понимаю, что пытаться понять, что им нужно, соответствовать с их уровнем, что им, соответственно, по образованию, может, что-то им нужно, или в духовной жизни какие-то качества надо. Кому-то, конечно, бывает, что нужно, ну, как-то, давай, ну, как-то, ну, немножко это, да, по-разному. Но ты ради чего это делаешь? Ты? Не ради того, что тебе... сейчас скучно стало, и ты решил кого-то это почехвостить. Нет, ты делаешь это ради блага, это преданного, чтобы помочь ему, чтобы он, ну, как-то проснулся, да. И... вот, и четвертый уровень здесь, ну, подробно, в принципе, не получится его, потому что надо находиться на нем. Это уровень раги, четвертый. Это уровень любви. Ну, иногда, я помню, Гуру Махарадж говорил, что это према, да. Это когда власть, то есть это власть, как вот мы влияем на людей же, это определенно власть, да, и она не мотивирована чем-то материальным, она мотивирована только духовным. То есть в предыдущем варианте это благость, все-таки через какие-то благостные вещи мы влияем. А четвертый уровень только верой духовной, вот в сознании Кришны, вот, то есть вот это любовь, ну, как бы вдохновением, да, вдохновением в харинаму, в книге, в джапу, то есть в разные вот эти процессы. И, конечно же, в высшем уровне понимания, все-таки здесь речь о спонтанном именно вкусе духовном, то есть это даже не наш уровень. Иногда на харинаме бывает, эта капелька падает любви, да, ну, чуть-чуть, да, и мы можем в этот момент или после харинамы даже рассказать, это любовь. Да, да. Мы знали эту кабельку, да? Сидала Сайфрова также говорила, любовь. Это любовь. Ну, потому что капелька капнула, да, и как бы он это сказал, и преданный чувствует, что это любовь, действительно. Это не просто, ну, луна, это не просто такая вот, знаете, мягкость или еще что-то. Это реально духовный вкус. Вот. И чтобы... но я заметил такую вещь, что интересно, даже если будет сидеть Махарадж, ну, иногда очень возвышенный Махарадж, Шивара Махарадж, ну, знаем, да, какой он, Сварупу осознал, там говорят, серьезные вайшнавы у нас в духовном движении, и он будет говорить духовные вещи, святое имя, Кришна, там еще что-то, вот, но бывает так, что это влияет на нас, а бывает, что нет, да, так ведь, вот. Поэтому все равно мы должны понимать, что, ну, как бы, все-таки здесь, вот как Насим Шалграм сказал, Джигадарам Дай Прабу, что здесь все-таки вопрос в Кришне, что иногда, ну, Кришна мне не дает это, да, почему-то, да. Кришна мне сейчас дает бхакту Петю, который мне давит на мозоль.
я не слышу чистого преданного, а вот Бхакту чувствую. Я не чувствую чистого преданного, а Бхакту я чувствую. Чувствую боль, которую он совершает, дает мне, да? И вот получается так, что, ну, то есть нужно понимать, что это наш уровень, похоже, что мы не можем всю эту рагу, вкусы, ну, как бы попасть под влияние, под власть этой любви и быть мотивированным этим. Поэтому нам надо хотя бы быть мотивированным на уровне благости. И также не можем на других повлиять. Мы не можем идеализировать, что вот сейчас я его, как Хари Кришна. Я же люблю Хари Кришна, например. Я вот, ну, бывали такие случаи-то, ну, бывало же такое, кругов там 48, повторяешь, там, ну, какое-то время там, да. И общаясь с преданным, ну, я вдохновлен Хари Кришна, повторяю, больше кругов там, например. Но он не вдохновляется на Хари Кришна. И не надо, ну, как бы думать, что, ну, как сказать, что Хари Кришна не работает или еще что-то там, да, или... Нет, просто сейчас преданный, ну, еще не готов. То есть он должен просто созреть, гуна должна повыситься, уважение должно у него появиться. И у меня вот такое ощущение, что именно вот эта вещь должна появиться, чтобы преданные начали воспринимать именно настроение уважения, гуна благости хотя бы, да, вот это взаимоуважение. Когда мы уважаем друг друга, ну, за хорошие вещи, то, что есть хорошего, да, за плохие вещи, ну, мы терпим, ну, мы принимаем. Помогаем, если человек готов принять, да, эту вещь. Но так или иначе. И вот это самое лучшее влияние на людей. То есть, да, помогать им, чтобы у них это развивалось, и самому развивать это. Конечно, самому развивать. Как вот интересная вещь такая, что мы можем влиять, а вот три уровня, как мы можем с помощью вот этих вещей влиять. Мы можем с помощью примера, а с помощью примера это означает видеть. То есть вот преданные, они мотивируются, вдохновляются, когда видят пример. Когда видят, да? Видят, когда я в Пхае действую, видят, когда я в Аше действую. И, понимаете? То есть и разный вывод делают. А потом второй уровень — это чувствовать. Вот этот уровень мотивации проявляется, когда мы заботимся. Например, вот покормить там еще что-то, вот как-то там что-то ну, обнять там, ну ничего. Ну, то есть вот это прочувствовать, дать вот это понимание. И тоже это может быть в разных гунах, да, может быть, на уровне чувств, как бы мы по чувствам бьем, да ты как бы что передаешь там. Ну, как бы это, понимаете, это влияние, то есть хотят помочь отречению. А как в благости было бы? Как благость, это забота на уровне чувств. Чувств. Да? Mm-hmm. А? Нет, это дальше. Это сейчас про уровень чувств я говорю. Mm-hmm. Как можно? Благости заботиться. Благости заботиться. Сказать историю? Не, на уровне чувств, на уровне чувств. Благость — это простая вещь. Но мы же говорили, уважение. Как уважение может на уровне чувств проявляться? Мы проявляем свое уважение. Как вот? Благодарить. Ну да. Ну просто, то есть, обнять, подбодрить, да, то есть, ну как бы, если хочет покушать вкусненько, покормить, да, то есть язык там удовлетворит, да, но в сознании Кришны, конечно, мы же все это делаем. Это забота, то есть нам кажется, что не, это же мое, вы что, ну то есть сладкое есть, как бы там сахар. Нет, ну любит он там этот сахар там белый, там, например, в чизкейке, ну пусть чизкейк насладится, там мы послужим, накормим чизкейком там, например, да, ну позаботимся, да. Ну, да, конечно, мы понимаем, что надо дать немножко дозированно, то есть там, да, может, как-то что тоже забота. Вот, а третий уровень — это слушать, это наставление. И вот на самом деле наставление преданный-то, он в последнюю очередь ожидает. Он ожидает, что его прочувствуют эмпатически как-то, почувствуют, поймут, услышат. Он ожидает, чтобы увидеть пример какой-то позитивный, да, ну, каких-то вещей, которые он хочет. Вот. И, ну, наставление он тоже ожидает. Но наставление, по факту,
Ну, реально тогда, когда он сам просит наставления и хочет. Вот как мне, вот, ну как, вот как. Тогда да, он воспримет. До этого вот вообще, конечно, очень сложно давать наставление, чтобы он это услышал. Еще раз, ты вот эти, как, значит, сначала пример, да? Да, пример, видеть, да. Третье, это проявляется, ну, как бы, забота, заботиться, да. Это чувствовать, то, ну, через чувство. И третье, это наставление, слушать. Это уши, да, вот именно, когда я слышу и следую. Когда я побуждаю, вот мы, например, побуждаем преданных на харинаму, давайте, это важно, это нужно. Да они должны прочувствовать, что это вкусно. Это преданный, кто этим занимается, он такой классный. Я хочу таким же. Понимаете, это вот, он такой, он так любит преданных, он меня любит, он любит других. Ну, то есть вот эта вещь. Я сейчас говорю про это, я сам, честно говоря, вообще, простите, преданный, что проговорю. Я так на начальном уровне, там, где-то в хае. Нахожусь. Через 50, в общем, через день за это. В эту сторону. Ну, не доживу, наверное. Но в эту сторону идем. В следующей жизни начать. 102 года. Ну, интересно было. 102 года на хренами. Вот. И он хочет также видеть пример, видеть, потому что многие режим, ну, преданные даже. А кто вот находится сейчас на уровне разума, прям вот из преданных? Вот прям, знаете, такой Вади Бхакт, на основе шастр. Чуть ли не поворот с утра, как я недавно. За шлаком. Да, раз, там смотрит на эту стенку. Все, он, шлоки пошли, эта энергия там. Но обычно разума нет такого, да. Да и вообще ты сказал, одно наставление дал, важно это. Он такой даже услышал. Да, да. Неделя проходит. Что вы там говорили? То есть, ну, как бы, ну, эта ситуация такая реальная. Наставления забываются, но вот ощущение, чувство, что его приняли, несмотря на столько вообще, как, простите, что он сделал. Да. И он говорит, я хочу с вами быть просто, да, то есть я хочу быть вместе, стараться, действовать что-то. У меня был такой опыт там, непростой вайшнав тоже. Вот. И очень, ну, то есть это, конечно, было. Ну вот, но я думаю, ну уж Кришна что-то послал же, вот почему-то вот. Я так обычно думаю, ну, что-то Кришна же послал зачем-то. Может, мне качество развить, там, может, еще что-то. И я, да-да, и слушаешь, что каждый день там. Не один раз в неделю, а каждый день там, как бы. А он как бы выдает разные вещи. Одно говоришь, потом через два дня он забывает это уже. Вот, ну, то есть как-то так. Ну, ничего, забыл, давай вспомню. А, ну ладно. А он еще там как потом тебя еще там на тебя кричит там иногда. Там. Ну ничего, раздражение, там гнев возник, это волны просто. И потихоньку, а потом он как бы, то есть там он говорит, вы меня принимали столько, а теперь я хочу измениться. И я понял сейчас, что мне надо изменить это. И я понял, что вы мне тогда в начале сам говорили, я сейчас это понял. Вот он мне выдал такую вот эту вещь интересную. Вот, понимаете? А если бы ты сразу его, как бы, Хари Кришна, ты просто не подходишь по формату сейчас, ну, сознанию Кришны, к ИСККОН. И поэтому преданные-то и уходят. Потому что мы как бы или ведем себя так, что они не квадратные, не подходят моему служению или еще чему-то, или еще что-то, да? То есть это, ну, как бы, сердце очень ранит. Да, там, дополните. Ну, вот такая идея, хотел обсуждение, вот эту вещь, как вдохновлять, да, стремиться на уровне благости вдохновлять. Объясняя важность, но здесь не просто важности речь, а именно вот в правильном вот настроении, на уровне чувств, на уровне примера. И наставление уже потом только реально сработает. Я, конечно, я сам сказал по поводу наставления, что если вы даете наставление, и человек не выполняет, вы даете половину на себя. Он же, ну, да, есть такой принцип. И он не выполнил, значит, он несет ответственность. Я это помню, был такой. Да. Поэтому он говорит своим ученикам, не говорите, не читайте. Он говорит, я советую вам вставать рано утром. То есть, не то, что вставать рано утром, я советую вам, рекомендую. Поэтому надо тоже с наставлением быть очень осторожным. Махараджа Нависапуджи, когда объявили, сколько учеников о Кришне Госвами, я чуть в омарке не знаю. Сколько? 35 тысяч. Я сам обалдел, думаю. Население города такого районного.
35 тысяч учеников. Конечно, будешь давать рекомендации, а не наставления. Ты очень осторожно, кому-то что-то там оставляете, это надо понимать. Спасибо, очень хорошая рекомендация. Да, да, да. Если уж проще, то очень можно что-то сказать, а так просто. Рекомендовать, ну, да, да. Конечно, если вы организатор кшатри, то есть иногда что порядок, еще что-то надо, да, техническое, и пытаться как-то с трудными людьми работать, да, как-то все знают, это что такое, что-то происходит, такой грохот какой-то, и надо как-то, ну, потихонечку, чуть-чуть, потише, классно играть, вообще, ступим, вот просто по чуть-чуть потише, ну, то есть пытаться как-то. Да, там все зависит, на каком уровне, там у кого это, да. Надо еще почувствовать, да, на каком он уровне находится. Mm-hmm. Соответственно, скажут, то есть человек по-разному может реагировать на одни и те же слова. Да. Чаще всего терпеть на самом деле. Да, факт. Пока время идет. Духовные учителя же терпят. Еще как-то. Да. Если они так не дают наставления, то ты можешь. И ты терпи его, как я тебя терпел. Это очень классная фраза. Ну ладно, Харе Кришна. Давайте, энергетики. Ну не знаю, вот Нисим Шалграм прям больше показывает, конечно, примеры этих всех вещей, которые я рассказал. Я далеко. Ну, по крайней мере, когда у нас есть, вот действительно есть, уважение, оно должно быть, я думаю, все равно оно сначала проявляется, но потому что мне сказали, как ты испытаешь. Но очень сильно это вот вдохновляется, у тебя получается, когда ты видишь, как старший. Вот когда ты видишь, как вот, допустим, твой Гурдев, да, Индрадима с вами, вот с кем бы он ни общался, он сразу так вот реально их уважает, это видно во всем. Как они с Бхакти Бриндой, там уже раньше куда встречаются, ну там, кто будет сомневаться, как он во Вриндаване, где порыкнулся, как он с этими жителями Вриндавана взаимодействует. То есть он реально поклоняется, уважает. И когда есть один такой хотя бы человек, вот, потом у него появляется второй друг, третий. Вот. И это же вот реальные лидеры, они автоматически становятся лидерами. Даже без обозначения, потому что вот эта их атмосфера отношений проявляет вот именно вот этот опыт духовный. Дает почувствовать вот этот вот вкус. Потом, когда их трое становится, это еще. Так развивается вот эта совместная санкиртана, то есть. И мы видим, чтобы нам продолжать харинаму, нам просто вот надо понимать, что не просто мы на шахтях собираемся вместе, а надо глубже идти. Глубже идти, завязываться, когда ты завязываешься с прямым уже в отношениях, ты понимаешь, что ты проживаешь эти состояния. Она очень, ну, она везде проявляет себя. Мы уже встретились, мы рады просто от одного момента. Уж не говоря о том, когда мы выходим на харинаму, когда мы идем там отдыхать, или мы проживаем вот эти расу отношений дружбы. А раса отношений дружбы, она самая, я бы сказал, ну, насыщенно. Почему? Потому что друзья, они очень совпадают по вкусу. Вот когда они так духовно развиваются, у них вот, вот эти точки не соприкосновения, они стираются. И они начинают очень сильно вот гармонировать, как вот сейчас Госвами, они даже жить не могли друг без друга. Они просто оставляли тела, потому что вкус уходит от сознания, конечно. И когда мы именно вот понимаем ценность, не просто отношения, а это жертва, кстати, это большая жертва уважать. Один раз у тебя получится, особенно когда тебе, ну, удовлетворяют. Но уважать при всем, когда нету причин на это, уважать за то, что он предан. Он продолжает. И Кришне это очень нравится. Кришна дает очень большие благословения, мощные на всю оставшуюся жизнь тебе, чтобы ты мог проповедовать сознание Кришны. И именно вот эта глубина отношений дружеских в сознании Кришны, она вот. На чем, кстати, держится брахмачарья? Если не будет вот этих отношений дружбы, вы заметите, что вы устанете просто от аскез, от каких-то вот этих
навыки. Но когда есть вот это, команда, она всегда дает ресурс и мощный выход. Результат очень мощный получается, когда вместе что-то вот сделали, не как рыба, рак и чудо, да, как в сказке. Там можно усилия делать, но когда у нас вот нету отношений, вот получается, что мы двигаем, а воз на месте. Но когда есть отношения, даже малейшее движение, или вот как, допустим, тоже, ну, есть опыт, когда киртан или харинама происходит среди тех, с кем есть отношения, там всегда будет проявлено вот это величие святого имени. А когда вот даже придешь вот в большое общество, когда у всех разные какие-то, есть какая-то официальная самоотношение, и быть не может даже быть. И все равно мы видим, это уже другой опыт. Другой опыт. И там Кришна проявляется по-другому как-то. Но вот именно в отношениях он очень показывает целостность, полноту жизни в сознании Кришны. Ты ее проживаешь не только в какой-то момент. Ты уезжаешь, ты живешь опять же этим. Потому что были отношения. Вот эта самскара, вот это, про которую ты говорил, в этом Бадим Генга с вами сейчас тоже много говорит уже, что вот это, даже интеллект наш духовный, понять, что такое бхакти, он должен питаться эмоциями. Иначе он вигьяну не выдаст. Вот это, мы останемся на уровне. Бхакти-вигьян. Да, да. Поэтому отношения, сотрудничество, почему Бог сказал, там любовь будет, докажите свою любовь, когда будете сотрудничать. Это сложная вещь. И вот без этих моментов, о которых сегодня мы говорили, она невозможна. Ни отношения, ни сотрудничество. Если нет элементарного уважения. Зачем его уважать старших? Даже, может быть, он мне не нравится, но он же опыт может передать. Если я соглашусь с тем, что он может для меня быть очень-очень полезным другом, наставником. Вот даже немножко ум можно обмануть. Можно просто сесть и послушать. Если ты будешь слушать, ты увидишь, он же тебе и скажет. Не кто-то другой, правильно? Ты говоришь, я помню, как мне одна преданная говорит, вот мне же Махарадж говорил об этом. Ну вот тот преданный почему-то сказал, и до меня дошло. Ну это простой преданный сказал, это не Махарадж. То есть зависит просто от чего-то другого. Да, да, да. А потому что там как-то возникли какие-то отношения, там что-то было. Какая-то причина была, чтобы вот сердца наши. Поэтому основа этого же не вся культура. Даже все святые имена, они смирение, терпение, почтение, это вот смирение без уважения может не. Терпения нет, почтения нет. Убери уважение, и все, оно потеряет форму значимости. Поэтому спасибо вам, что вы эти вещи поставите. Я хотел сказать, в принципе, сейчас говорили, а как раз у нас движение, чего вообще нужно? Что мы хотим? Ну давай. Говори. Мы хотим развить личностные отношения с Кришной. Как мы можем их развить, если между собой не можем развить отношения? Если конечно, с частицами его, да? Конечно, отношения – это самое важное, и они только дают силу. В любом нашем начинании, движении, отношений не будет. Мы и Кришне не нужны будем. Ну, конечно, он нас ждет, но если мы не умеем строить отношения, о чем мы там а вот идем, именно... и будем там где-то под деревом сидеть, ни с кем не общаться или ругаться там, то есть нас туда не пустят, естественно. Таких. Это как раз, если ты вступаешь в развитие, почему? Потому что тебе надо ломать себя порой. Да. Тебе, ты без жертвы, ты не сможешь построить отношения. Потому что тебе надо во всех ситуациях будет принимать эту личность. И думать, а как ты можешь? Ты можешь обидеться, не дай Бог, конечно, ты еще его обидишь, то сколько времени пройдет, чтобы он к тебе вернулся? Ты можешь потерять много времени. И ты можешь не таким быть уже успешным, эффективным даже в этой миссии, если ты вот не учил. Поэтому сейчас, я думаю, то время исход должен именно вот стать вот. Все преданные должны вот уже, как Бабада же говорил, нужно кипятить молоко, когда вот уже масса была вот эта. Массы достаточно еще. И чтобы эта масса двинулась, что нужны преданные лидеры такие, которые не просто красивыми говорят, которые просто вокруг себя вот так в отношениях все вместе держатся. Можно мне несколько слов сказать? Давай. То, что вы говорили на 7 килограмм пробу. Я вот когда вернулась с Будлайфа, потому что многое слышишь, что нужно общаться вот с чистыми преданными. И, вроде кажется, я слушаю же лекции, я же читаю книги, и вроде кажется, что я вот уже общаюсь, этого достаточно.
Но потом вот, когда я попала вот в эти отношения, то есть в эту заботу вообще, вот где собрались старшие, действительно, которые вот тебя прям любят, хотят тебя тащить прям в духовный мир, и все тебе дают просто так вообще, даже то, что ты не просишь. Я просто приехала, я вот прямо иду и анализирую то, что у меня внутри, и прямо вижу, что мое сердце поменялось, просто потому что я попала в это. Я попала, я прямо увидела, я это почувствовала. Я поняла, для чего это нужно, для чего вот это общение со старшими, вот такое правильное общение со старшими. Потому что это есть живой опыт, и я почувствовала, что как бы я его обрела, и теперь я могу его передать. А то есть сколько ты не читай, сколько ты не слушай, если ты его не обрел, то тебе передавать нечего. И вот теперь мне хочется просто вот так вот крепко за ваше слово держаться, не собираюсь как-то. Всегда быть вот рядом в этих вот отношениях, это просто вообще вот здесь такие бредные, удивительные, вот такие все старшие. Не надо выбирать стопы, здесь любые стопы. Да, я за все хочу, да, хорошие стопы любые. За все держусь, никому ничего отпускать. Мне уже водичка со стоп досталась. Хотел два момента вот тоже поддержать то, что мы с Шалдан пробовали, так что мы про него сказали. Приезжал к нам как-то на лекцию очень нектарно преданный, это Шивананда Сен Прабу, может, помните? Это Сивананда? Сейчас он в Самаре там. Да, вообще нектарный преданный. У него Кришна Баларама, а у Кришна Баларама такое настроение дружеское как раз. И он такую лекцию, так, ну, нектарную дал. И он сказал такую вещь, которая у меня сдвиг парадигмы произошла, реально. Он сказал, что не надейтесь, что вы уйдете по отдельности в духовный мир. В духовный мир уйдете все, вот Кришна свел вас в эту ятру, да, в эту лодку. Да, то есть вот вы вместе уйдете. То есть не думайте так, что вы вот один-то бхакта Вася там или бхакта какой-то Дас уйдет, а все остальные нет. Вы должны, то есть, думать, что вы организм, ну, как бы один организм, вы все вместе уйдете. Вот. У меня такое для меня было очень. Ну реально, поехала крыша, я понял, что реально с каждым преданным нужно пытаться, да, то есть вот он, от него зависит моя духовная жизнь. Да, да. От него зависит, неважно, какого он уровня. Даже там, не только от духовного учителя. Выше, нет, ниже, нет. Да, от его зависит там, ну, уже в зависимости от этикета отношений. И вот это тоже для меня было очень важно, я как-то сдвинулось понимание, что действительно нужно ценить всех преданных. Ну, понятно, это в идеале ум всякое подкидывает. А вторую вещь, которую сегодня слушал, как раз лекцию духовного учителя слушал. И он сказал, что цель, вот мы с Дандаром про него обсуждали, цель преданного – это любым образом поддерживать и развивать себе вкус служения Кришне. То есть именно эта цель преданного. И мы можем вдохновить, самое важное – это вкус. Да? Если есть у человека вкус, он может говорить коряво, может он даже ничего не говорить, просто сказать: давайте споем. И он начнет петь, и все расплавятся сердца, понимаете? И к нему будут тянуться люди. И вот я для себя понял, что для меня это именно путеводная звезда, вот этот вкус, да, то есть вкус появился, ты понимаешь, о, Кришна доволен, и у меня есть отношения, я чувствую, он меня любит, и мне хочется благодарить его. А потом сделал что-то не так, ну, покритиковал, как правило, и там что-то такое, садана там просел, вкус ушел. Ты думаешь, не-не-не-не-не, я хочу, чтобы было так, как до этого было. И всеми силами пытаешься, молишься, Кришна, пожалуйста, верни себя, да. И потом опять возвращается, думаешь, о, счастье, да. И вот это вот, и чем больше вот этого опыта вкуса, тем больше ты понимаешь, что, а он приходит из смирения, да, в основном вот этот вкус, он, да, когда смирение, почтительное отношение, уважительное. И когда ты отклоняешься от этого курса смирения, почтения, то вкус уходит. И ты понимаешь, что я не хочу больше отклоняться, поэтому и вот эта решимость в саду не появляется. Потому что я понимаю, что я хочу, чтобы у меня этот стойкий вкус всегда был. И садана, она живой становится. Да, она становится не припев, ну как бы не аскезы, а просто как бы ступенька для того, чтобы ощутить вкус отношений к Святому Господу. Да, потому что с утра, конечно, джапа, нектар, ну, для грехаска это актуально, это хачая ночь. Вот, да, и да. Поэтому такие мелочи, вот они как раз, вкус это вот то, что движет, вкус любви, вкус отношений с Господом, и как раз вот он, ну, дает нам опыт того, как строить отношения с другими. То есть, если я что-то там по кому-то позавидовал, не дай Бог, раскритиковал кого-то, то Кришна будет недоволен, он себя отвернется, и тогда будет не по себе уже. Вот чем хороша Харинам Санкиртана, то, что она дает очень быстрый вкус, даже не надо никаких качеств иметь, да, просто. Вышел на Харинам, получил вкус, и все, и этот вкус тебя будет тянуть до конца жизни. Ну, по крайней мере, да. Сейчас знаешь, что там существует, если ты вот что-то вот действительно не сработал в отношениях, ну, кому-то сделал там неприятно, плохо. Ты выходишь на Харинаму, и ты ничего не можешь сделать. Заметили, тебя как будто кто-то сковывает уже.
ты не можешь избавиться, ты все равно чувствуешь вот эту тяжесть. А он еще такой, знаешь, он тоже ходит такой, как-то уже паник, и все, и ты ничего сделать не можешь. Ты просто заплачешь, Кришна, ну прости, потом к нему подходишь. Вот. Потому что в команде, когда если боль ты кому-то сделаешь, ты больше всего сам будешь испытывать боль. Вот, знаешь. Вот, потому что реакция идет сразу какая-то. Uh-huh. Вот благодаря даже вот этому опыту боли мы быстрее развиваемся, потому что сразу вот ты не оттягиваешь реакции, они сразу к тебе приходят. Вот в команде это очень, чем и хороша команда, что ты быстро можешь пройти, набрать этот опыт, получить это. Спасибо. Харинам Санкирия Киджа, Шурупада Киджа, Джанита Гур. Кто хочет спеть? Мы когда собираемся, вот, мы всегда говорим, Будайте или на тур. Наша задача преданная. Мы 10 дней будем вместе, мы 3 дня будем, здесь еще день. Давайте думать, что вы можете сделать для того, чтобы каждый из преданных, кто сейчас вы видите, стал посчастливее, намного счастливее, чем он. До того момента, как приехал сюда. Потому что от нас что-то зависит. Подумайте. И там много чего можно делать. Там просто действительно можно показать честное такое благодарное уважение. Можно каждому поблагодарить, потому что здесь уже нас принимают. Кто-то приехал тоже зачем-то. Ну там куча просто. Даже если нет какого-то конкретного действия, подарков, там, чтобы поблагодарить, то даже вот эти эмоции, эти слова, простые слова, спасибо. То, что ты просто рядом. Это так мне помогло обрести вот еще понимание. Вот я думаю, что у нас тоже мы можем это сейчас думать об этом. Вот, и еще потому что время есть, пока мы вместе. Он уехал, помню, Сакши Нимайн Рабу, я уже написал ему, пожалуйста. Помни, что я тебе очень благодарен. Действительно, потом, когда разъезжаешься и думаешь, вот, господи, ну вот не было бы его, не было бы того, не было бы, и все ты видишь, ну что бы ты, сделал бы чего-то, конечно, что-то было, но вот этой красоты, этого опыта, этого могущества, этого диапазона бесконечного ты не получаешь. Все равно в одиночке мы очень ограничены. Банча калпа трубяща, крипа синду бивача, дейда нам павали бью, вайшнавы бью, даму намаха. Коти вайшнавы риндакиджа.